Ну вот мы вышли к Спасу на Крови. Есть пару минуток, пока солнце зашло за тучу, пофотографировать в том виде, в котором снять видео. Ну, мы вот не пойдем близко к нему, там у нас немного другая цель, нам вот туда, вот к инженерному замку, к летнему саду, на саду и к Марсовому полю. Вот. Может быть, в другой раз мы более детально посмотрим на Спас на Крови, но красавец, конечно. Там вдалеке канал Грибоедова, вот мы вышли к каналу Грибоедова, дом книги, это уже Невский проспект, мы шпили с шариком наверху. Ну, вот это вот то, что был ремонт. У нас, как обычно, все красиво, но ремонт тоже есть. Вот это набережная Баки, мы оттуда пришли. Вот это бывшее здание Ленэнерго. Сейчас я не знаю, что тут находится. То же самое Ленэнерго. Вот и Марсово поле. Туда сейчас пойдем. Вот. Красота. Марсово поле. Все в сирени, всегда так было. Это очень красиво. Вот. Ее никто не срывает. Ну, есть, конечно, люди желающие. Но ее всегда очень много в сирени. И я помню, ну вот сейчас посадили маленькие кусты пионов. А помню, когда были большие кусты. И очень красиво цвели прямо пионы, прямо рядами. Белые, красные. Очень красиво. Вот, там можете видеть вот этот центр Марсово поля. Вдалеке виден Троицкий мост и Петроградская сторона. Вот там, где мечеть, видна, должны видеть. Там уже Петроградская сторона, это чуть-чуть левее Петропавловская крепость. В Питере можно ходить и ходить днями, часами, годами. Вот скоро зацветут пионы, вообще будет красота. Может быть, попаду, когда будут цвести пионы, тоже сниму видео на эту тему. Вон Троицкий мост, сейчас лучше виден. Там у нас летний сад. Углубляться в него мы не будем. У нас не та задача. Просто посмотрим лебедей. По-моему, летний сад не платный. А вот это наш инженерный замок или Михайловский дворец, который построил для себя Павел I. По-моему, он сейчас на ремонте. Ой, солнце уже плохо снимать. Ну все, идем дальше.